Когда твое имя Татьяна Ларина, просто невозможно без творчества. Правда, в жизни героини нашего сюжета живопись появилась не сразу. Писать картины Татьяна начала 4 года назад, после тяжелой утраты, когда потеряла сына. Рисовать никогда специально не училась, все, что пишет, рождается в душе. Словно вопреки случившемуся, как вызов, на картинах торжество жизни, свет и сочные краски. И неважно, в каком жанре выполнены работы, будь то пейзаж или натюрморт. Эти цветы я начала писать еще той весной, а меня вдохновляло все. Ну, каждый цветочек, который расцветал. Люблю очень яркие цвета, краски, они как-то радуют. Вот. Ну, все мое настроение это на картине. Организаторы уверены, выставка Татьяны Лариной обязательно поможет самарцам быстрее ощутить приближение весны. А великолепные работы художницы поднимут настроение и зарядят энергией. Я сама прошла по этой выставке мироощущение такое, идет энергетика чудесная, такие краски, цветы. Так все замечательно, поэтому я думаю, что в марте это очень актуально. На улице грязь и слякоть, а в выставочном зале природа уже ожила, и весна наступила во всей красе. Анастасия Михайлова на вернисаж пришла с подругой. Говорит, любоваться картинами приятнее и интереснее, чем проводить свободное время за компьютером или перед телевизором. Мне понравились, да, красивые яркие краски, как раз-таки в сегодняшние вот эти серые будни в нашу городскую жизнь вносят радость. На открытии гостей ждал сюрприз. Самарские поэты преподнесли свой творческий подарок. Увидеть картины Татьяны и почувствовать дыхание весны горожане смогут до 6 апреля. Алина Чемерез, Дмитрий Мешканцов, События.